Трудно поверить, что в этом доме, больше напоминающем локацию для фильмов ужасов, уже много лет терпеливо живут люди. Двухэтажная постройка по улице Толибей-37 давно не видела ремонта, хотя сами жильцы отмечают, что дом давно пора признать аварийным. Вот только вместо этого аварийный дом решили покрасить снаружи, чтобы рассыпающаяся постройка не бросалась в глаза. Они только побелили переднюю стенку. Я говорю, во дворе будете белить? Они говорят, нет, даже сбоку не побелили. Представляете, просто для виду все делают. Это вообще какой-то абсурд. Кроме зияющих дыр в стене, осыпающейся штукатурки, проводов, которые висят повсюду, словно паутина, в двухэтажном здании отсутствует канализация. Своими силами люди пытаются привести дом в порядок. Елена Шамблер сетует, что в гости не раз заглядывала комиссия и представители акимата. Но как только перестают оббивать пороги, про постройку вновь благополучно забывают. Было из акимата, я не знаю, еще с какого-то раза два-три я сама на нее откакалась, потом девочки вот занимались этим. Вот. Ну, вроде бы как, они говорят, что надо документацию какую-то там, типа ПСД, вот это вот все, да, обследование, что типа может быть стены, возможно, здесь крепкие, как вот они говорят, может, он еще 100 лет простоит. Но снаружи вы видели, что, да. И вот этой канализации здесь, по сути, нет, ее не было здесь. Это вот то, что жильцы сделали сами. Сейчас проживающие в доме по Толибей со страхом ждут холодов. В двухэтажном общежитии отопление включают не на полную мощность. По словам Елены, это из-за того, что могут не выдержать старые трубы. Так и замерзают жители третьего мегаполиса в своих квартирах. Вот видишь, батарея насколько, вот она старая, вот как вот эти вот, была как-то протечка, вот здесь ее как заделали, так и все. Она греется, я ничего не скажу, вот Оля может сказать, вот что у них там, бывает, у них очень холодно бывает. Она греется, она вот до сюда где-то греется. Соседка Елены Шамбер, Ольга с горестью рассказывает, как пытается привести свои квадратные метры в порядок. Делает ремонт, но как только начинаются дожди, расправлять зонт можно и в квартире женщины. О плохой погоде в доме рассказывают размытые желтые пятна на потолке и отклеивающиеся обои. Дом очень старый, поэтому когда машины проезжают или кто-то дверью хлопнет, трясется, даже вот люстра шатается. Кроме протекающей крыши и рам, которые в любой момент могут выпасть, Ольга рассказывает, что появилась новая проблема – стал рушиться потолок. Причем кирпичи и основания падают на головы проживающих. Сколько можно мучиться так? Посмотрите, что творится. Все сыпется на головы. У каждой в квартире несколько детей. Я постоянно, когда мама утром звонит, боюсь, что их придавило. Находиться в коридорах и на общей кухне стало небезопасно, завершает перечень проблем и картину непригодного для житья дома, уборная, которая находится на улице. Сложно представить, что это в центре города и неподалеку вокзал, на который приезжают гости и туристы Шымкента. Как сообщили в управлении сектора жилья, дом 1957 года постройки давно включен в программу реновации. А жителей ждут выгодные условия. Вот только когда? Основная задача этой программы является недопущение массового появления старых кварталов, аварийных домов в городе и постепенное обновление жилищного фонда города. То есть постройка вместо старых домов современных жилых комплексов с современным благоустройством. А жителям? Жителям в рамках этой программы предлагается либо возмещение стоимости их квартир по согласию, либо в построенных домах на их же территории квартиры, равнозначные комнатам. Теперь жильцам по улице Толибей нужно набраться терпения и ждать запуска данной программы. А еще желательно запастись касками и везением. Ведь не ясно, когда может закончиться твой день в такой постройке.